мои коллеги. Коротко скажу о себе. Я являюсь тем, кого принято в этой стране называть медицинским юристом. Имею высшее юридическое образование, но вот беда. В анамнезе высшее медицинское образование и 10 лет работы в первичном звене здравоохранения на службе скорой медицинской помощи. Не анестезиология, реанимация, но рядом. И, коллеги, я честно готовился сегодня к выступлению, создавал презентацию, рисовал красивые картинки. Но, посидев сейчас в зале, послушав то, что говорилось здесь, я решил презентацию свою, простите меня, пожалуйста, не показывать. Я хотел просто сконцентрироваться на том, что было сегодня сказано, и расставить практические акценты с точки зрения юриста, которым я являюсь. Юриста, который защищает права медицинских работников, который защищает права медицинских организаций, принципиально при этом не становясь на сторону пациента. Я этого не делаю. И исходя из того, что я сегодня услышал, еще раз повторюсь, мне хотелось бы все-таки конкретизировать некоторые вещи с позиций юридических, с позиций правоприменения, с позиции как теории права, так и, что самое важное, практики, с чем я сталкиваюсь ежедневно в своей работе. Работаю я немало. И давайте, коллеги, начнем по порядку. Вот животрепещущая дискуссия развернулась по поводу первой помощи. Замечательно, все очень классно. Коллеги, давайте я поставлю все точки над «и». Что касается первой помощи. Начнем с того, что 323 федеральный закон говорит о том, что медицинская помощь оказывается исключительно в медицинских организациях. Единственная организация, которая оказывает медицинскую помощь вне пребывания, вне нахождения медицинской организации, это скорая медицинская помощь. Соответственно, медицинский работник, который покинул свою медицинскую организацию, который находится на улице или на борту самолета вне рабочего времени и вне рабочего места, согласно законодательству, медицинскую помощь оказывать не может. Ну, просто никак. Даже если очень захочет. Но на него распространяется законодательство о оказании первой помощи. Вопрос о том, должен ли медицинский работник оказывать вне медицинской организации то, что называется первой помощью, то, что регулируется приказом 477Н, который сегодня прозвучал в докладе, это вопрос дискуссионный. Он неоднозначный. Он до конца нерешенный. Но, исходя из правоприменения, исходя из позиции судов, а у нас все решения в правоприменении выносятся судами на основе так называемого собственного убеждения. А судья, он ни разу не врач, он никогда врачом не был. Есть отдельные, конечно, судьи, которые имеют медицинское образование, но их крайне немного в стране. Но в большинстве своем судья – пациент. Он все домыслы и все рассуждения медицинских юристов, защищающих медицинских работников о том, что врач вне рабочего времени, вне рабочего места не должен оказывать медицинскую помощь и не должен оказывать первую помощь, слушать не будет, скорее всего. Он будет вносить решение, исходя из того, что врач обязан оказать первую помощь. Хотя, еще раз говорю, с точки зрения именно теории права, вопрос дискуссионный. Поэтому, коллеги, я настоятельно рекомендую, вот я рассказываю это студентам своим у себя на кафедре, рассказываю всем врачам, перед которым выступаю, расскажу и вам. Я настоятельно рекомендую нехитрый алгоритм действий, который проставит, опять же, все точки над «и», когда мы находимся вне рабочего времени и вне рабочего места, и возникает ситуация, когда нас зовут оказать помощь на самолете, в поезде, ли, когда мы просто идем по улице и крики «врача, врача, врача, врача». Вы, кстати, знаете такой юридический анекдот? У нас в профессиональной среде есть такой анекдот, когда вот на улице круг людей, да, в центре лежит пострадавший, и зовут врача, 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 а кто-то бочком, бочком, бочком так из этого круга выходит. Это кто? Коллеги, это врач. А кто раскидывая всех, вот видит этот круг, это кто? Студент-медик, коллеги, студент-медик. Вот, понимаете, это же ведь не просто так взялось, потому что действительно здесь прозвучало, я очень четко отметил для себя, что прозвучала замечательная статья 124 УК, не оказание помощи больному она звучит. Вот коллега, кто говорил про применение, по-моему, вы, да? Я прошу вас привести хотя бы один пример статьи 124, применимый к медицинскому работнику, который находился вне рабочего места. Я уверен, вы его не найдете, потому что я его не знаю. Я знаю только один случай, который совершился недавно в Республике Коми. И сейчас рассматривается в Верховном суде. Врач-терапевт отбывает уже второй год лишения свободы. Я расскажу сейчас подробно. Ну, вернее, то, что я знаю, потому что у меня нет информации, ее не хотят обнародовать наши коллеги, кто защищал доктора до решения Верховного суда. Ждут, когда будет, надеются, отменен этот безрассудный приговор, который не подается никакому, соответственно, юридическому обоснованию, но он есть. Доктор отбывает сейчас в местах не столь отдаленных. И поэтому, коллеги, я просто сейчас скажу определенный алгоритм и скажу, где доктор его нарушил. Ситуация первая. Вернее, алгоритм стоит из 5 пунктов. Я всегда начинаю со второго. Потому что первый пункт, коллеги, я не могу ему научить, будучи юристом и будучи врачом, я не научу вас ему.
потому что это пункт, на который каждый должен ответить сам. Начну со второго. Когда мы видим ситуацию, что человек пострадал на улице или что-то еще, первое, что мы должны сделать, а как вы думаете, что? Вернее, второе. Вот сразу же, вот это заложено в порядке первой помощи, который вот недавно вышел в алгоритме. Мы должны вызвать скорую помощь. Сразу же, это второй пункт. Жесткий совершенно второй пункт. Третий пункт. Мы должны посмотреть, что вообще произошло, да, что мы реально можем сделать. И четвертый пункт. Мы должны делать только то, что мы умеем и в чем мы уверены. Соответственно, если мы что-то не умеем, если мы что-то не уверены, мы это не делаем. И в соответствии с 477 приказом, который, соответственно, сегодня прозвучал, который мы должны знать как отче наш, который не допускает введения лекарственных препаратов никаких вообще. Он не для этого, коллеги. Вот у меня, например, всегда в машине с собой реанимационный набор, ну, условный такой. Да, определенные препараты есть, я вожу. Как вы думаете, для кого я их вожу? Как думаете? Для себя. Для себя. Хотя черт меня дергал на самом деле постоянно, я так получается, но принцип у меня жизненный такой, я не проезжаю мимо ДТП, не проезжаю, мимо ничего не прохожу, приходилось оказывать медицинскую, ну, то, что называется, первую помощь с введением лекарственных препаратов, именно вот, ну, потому что просто нельзя было по-другому. Так вот, коллеги, это вот тот алгоритм, которому мы должны придерживаться. А как вы думаете, самый первый пункт, который я не назвал, он какой? Вот в этой ситуации, когда звучит по громкоговорителю на борту самолета врач, просьба пройти, там вагон поезда, там пострадавший такой-то, такой-то. Что вы должны сделать? Оценить безопасность для себя. Коллеги, я же сказал просто так, я же не сказал просто так, я не научу вас этому. Я не могу здесь дать никакого совета, я не имею морального права это делать. Знаете, какой это пункт? Совершенно верно, браво. Решить, врач вы или нет, представиться врачом или нет. Я не беру на себя эту ответственность, я не могу вас этому научить, но это нужно сделать самим. Я, например, в своей практике, я всегда представляюсь врачом, просто по одной причине. Не мешайте мне работать. Вот, отойдите все, я разберусь. Другой доктор, пожалуйста, да, рядом со мной, пожалуйста. Вот, но как бы не так. И, соответственно, других каких-то вариантов нет. И что касается самолета, коллеги, вот я не знаком с программой S7, я не знаю, но я сталкивался с Аэрофлотом. И, насколько я знаю, на борту у них две аптечки. Аптечка для первой помощи и аптечка для врача. Для лица, который идентифицирует себя врачом. И, соответственно, там все действия. Там достаточно большая как бы, аптечка. Там достаточно много чего есть. Там достаточно много лекарственных препаратов. И действия доктора, который на борту позиционирует себя как доктор и который готов оказывать помощь, соответственно, как доктор, координируется с земли. То есть он говорит о том, через командира корабля сообщает, что он будет делать, и ему дают как бы, да, разрешение на эти действия или запрещают ему это делать. И вот так, соответственно, мой коллега, достаточно известный кардиолог, Антон Родионов, я думаю, вы знаете такую фамилию, вот, неоднократно, пару раз он попадал в такие истории, что, и рассказывал мне об этом, что вот именно так приходилось ему в самолете оказывать то, что называется, помощь. Поэтому, коллеги, это дело обстоит вот таким вот образом. И 124-я статья, еще раз говорю, она не про это. Она называется «Не оказание помощи больному». Так просто, к слову, в Кемеровской области медицинская организация в гражданском процессе проиграла 10 тысяч рублей. Знаете за что? За то, что в медицинской документации прозвучало слово «больной». Ни много ни мало. 10 тысяч рублей. Что повлекло за собой расходы на судебно-медицинскую экспертизу, стоимость которой составляла порядка 150 тысяч. Ну так, паровозиком, как в преферансе. Поэтому, коллеги, с термином «больной» надо вот очень аккуратно. То есть у нас есть законодательный термин «пациент». Именно это должно звучать в нашей медицинской документации. Однозначно. И вот поэтому, что касается 124 статьи, она предназначена именно для тех лиц, для нас с вами, коллеги, кто работает, кто находится на рабочем месте. Кто на рабочем месте не оказывает то, что называется именно медицинской помощью. На самом деле приговоров по ней очень мало, это крайне неработающая статья, но они есть. В Воронежской области, кстати, в том числе было недавно, соответственно, дело, ну как пару лет назад, на самом деле, доктора там обвинили по 124 статье. То есть это такие как бы рабочие моменты, которые, соответственно, на которые мне хотелось обратить внимание. Теперь, коллеги, по поводу декриминализации врачебной ошибки, что прозвучало. Вот на самом деле у нас действительно в медицинском сообществе вот идет такой вброс такой правовой. А давайте декриминализируем врачебную ошибку. Коллеги, как юрист, вот с высокой трибуны вам заявляю, а нечего декриминализировать. Понятия врачебной ошибки в нашем законодательстве нет. Оно отсутствует как таковое. Возникает резонный вопрос, а что тогда декриминализировать? Я как юрист не знаю, что декриминализировать.
Ответственность медицинских работников, убирать уголовную ответственность за медицинских работников? Коллеги, ну возникает резонный вопрос. А что, мы с вами не ошибаемся? А что, мы с вами не нарушаем приказы, нормативы? А что, у нас не бывает ошибок? А что, по нашей вине не умирают пациенты? Такие случаи бывают. Они есть. И убрать уголовную ответственность, значит вывести нас из правового поля? Это неправильно. Никакой декриминализации. Как юрист, защищающий права медицинских работников, как сам врач, как человек, у которого вся себя врачебная, несколько поколений врачей, я против декриминализации врачебной деятельности. Коллеги, еще один такой момент. Вот тоже говорят, медицинская услуга. Давайте уберем медицинскую услугу. Коллеги, прикол хотите? А ничего не изменится. Вот тут прозвучало про 238-ю статью. Прекрасно. Что 238-я статья чем страшна? Срок уголовной давности там большой. Абсолютно согласен. А знаете, в чем основная причина применения 238 статьи? Срок, я согласен, что там срок большой, действительно. Проблема-то в другом. Как думаете? Кто у нас еще совершает ошибки, о которых не принято говорить? Врач совершает ошибки. Кто еще? Вот правоохранение. Совершенно верно, коллеги. Следователи, представляете, они тоже работают плохо. Они тоже совершают ошибки. И когда следователь, пытаясь инициировать уголовное дело про врача, которому применяется 109-я статья причинения смерти по неосторожности или 118-я причинения тяжкого вреда здоровью, соответственно, затянул производство по делу, сроки уже прошли. А что делать следователю, если сроки прошли? Он, как человек, который работает в правоохранительных органах, как человек, который имеет погоны, он заинтересован в получении дополнительной звездочки. Он карьерист, по сути. Это его профессия такая, это его специальность такая. И, соответственно, с уголовного дела, которое по истечении срока давности просто прекратит свое существование, он не получит ничего. Поэтому он лихорадочно листает УК и находит там что? Вот что-то более-менее похожее. И находит 238-ю статью. А вы знаете, кстати, что в большинстве судов 238-я статья, которую следователь притянул ее за уши, она переквалифицируется судами обратно на 109-ю и на 118-ю. Приговоров по 238-й статье крайне мало. Если они есть, это неудачная работа адвокатов и медицинских работников. Потому что, как правило, хороший адвокат не допустит применения 238-й статьи. Это тоже как бы есть. И, соответственно, что получается в этой истории? Следователь, соответственно, да, так как бы поработал, 238-я статья пришла, как бы услуга, ну окей. И, соответственно, возникает такой вопрос. Давайте уберем термин «услуга». Не будет применяться 238-я статья. Ну, как вы думаете, что будет делать следователь дальше? Вот 238-й статьи нет, убрали термин «услуга». Что будет делать следователь? Он будет также листать уголовный кодекс в поисках новой статьи. Знаете, что он найдет? Раз. 293-я – два. 124-я – три. Не изменить уничтожением термина «медицинская услуга» ситуации в правоприменении. Медицинское сообщество этого не понимает. Поэтому все эти инициативы, которые сейчас, да, вот, которые в Государственной Думе, о том, что давайте уберем термин «медицинская услуга», я недавно, вот буквально два дня назад, выходя из суда, разговаривал с Батбой Башенкаевым. Я думаю, вы знаете, кто это такой. Это руководитель комитета по здравоохранению Думы. И он меня просто прямым текстом спрашивал: «Иван, что нам делать?» Я говорю, ничего не делать, делать новый пленум по 238 статье, и, соответственно, убирать оттуда, в этом пленуме, руководство для судов, применение медицинской услуги. Только так мы сможем победить. Иначе никак. Убрать термин из законодательства «медицинская услуга» – это не решение проблемы. Я понимаю прекрасно, коллеги, я всю жизнь боролся и борюсь за то, что термин «медицинская услуга» не должен звучать по отношению к термину «медицинская помощь». Этого нельзя допускать. Медицинская помощь – это не услуга. Это то, что предоставляется пациенту, когда он пришел к нам, обратился в рамках соцгарантий. Соответственно, медицинская услуга – это единичное медицинское вмешательство. Это инъекция, это осмотр, это исследование, это структурная часть медицинской помощи, которая именно как услуга реализована в законодательстве, как системная единица оплаты медицинской помощи, не более. Для того, что прописано в 238 статье УК, для того, что прописано в законе о защите прав потребителей, да, соответственно, она неприменима. Но судьи и правоприменители, и правоохранители применяют ее неправильно. То есть по факту, да, вот это, соответственно, применение 238 статьи, это есть ошибка судов и ошибка следствия, которая не имеет ничего общего с теорией права. Но у нас ошибаются не только врачи, у нас ошибаются и судьи, ошибаются и следователи.
Вот. Теперь, коллеги, еще один вопрос, который сегодня прозвучал, он очень важен. А как, собственно говоря, разбить заключение судебно-медицинских экспертов? Коллеги, есть одна ошибка, которую совершают постоянно все те, кто пытается разбить заключение судебно-медицинских экспертов. Знаете, какая? Как вы думаете? Вот вообще, если так вот подтеоретизировать, чем можно разбить заключение эксперта? Есть один универсальный метод, который, например, забыли в деле Ирины Сушкевич почему-то. Его просто не было. Есть такая штука, она называется рецензия специалиста. А знаете, какого специалиста? Не клинициста, не анестезиолога-реаниматолога, а рецензия судебно-медицинского эксперта. Потому что главная задача судебно-медицинской экспертизы – найти, установить наличие или отсутствие причинно-следственной связи. Я был сегодня немножко шокирован, когда был приведен пример о том, что без прямой причинно-следственной связи было осуждение, соответственно, медицинского работника. Такие случаи сейчас, к сожалению, начинают появляться. Их не было раньше. Их не было раньше. Но они начинают появляться, потому что есть два вида причинно-следственной связи. Есть причинно-следственная связь медицинская, которую устанавливает судебно-медицинский эксперт, а есть причинно-следственная связь юридическая, которую устанавливает суд. И суд, вот как бы так, основываясь на каких-то совокупности других доказательств, к сожалению, наверное, в этом случае установил вот наличие причинно-следственной связи. И суды сейчас постепенно начинают это делать, коллеги. Это страшно. Это приведет к необратимым последствиям. Но они в своем праве, потому что так устроен закон. И здесь как бы, да, поэтому действительно мы с коллегами, я представляю сейчас ассоциацию по защите прав в сфере здравоохранения, мы с коллегами сейчас вот собрались для того, чтобы проводить эту работу, соответственно, стараться представлять интересы медицинских работников как в уголовных делах, так и в гражданском процессе, интересы медицинских организаций. Мы надеемся на то, что у нас будет получаться, опыт работы у нас есть большой, и мы хотим, соответственно, двигаться в этом направлении. Но еще, коллеги, я опять-таки, да, вот честно, как бы, да, анализируя то, что сегодня было сказано, я как бы уверен просто, что, наверное, то, с чего нам надо начинать, это именно с разъяснительной работы. У меня здесь лекция, коллеги, на ней 27 слайдов, я их не успею уже сегодня показать. Она именно с разъяснениями простых истин. Но мне хотелось именно вот то, что я сказал вам, чтобы вы это услышали в первую очередь. Вот эти вот мои тезисы. И поэтому, коллеги, если есть вопросы, задавайте их сейчас. Я готов на них ответить. Я весь ваш, пока у меня самолет не улетел. Так, Иван Олегович, я думаю, все вопросы в дискуссии уже, наверное. Да, будут. Конечно. Поэтому мы, секция, потому что у нас заканчивается. Вообще большое спасибо за хороший доклад. Да, есть прецеденты.